Здорово, здорово. Сейчас посмотрим, сколько у вас тут. Здорово, Владивосток. От Васипа привет. Не пизди, он со мной не разговаривает. Он на меня обиделся, я не пошел с ним в кино. И Янау тоже привет. Сушка скоро. Да я как бы и так не шибко-то жирный. Здорово, Натураху. Так, короче, я лежу с капельницей. Я не могу говорить громче. У меня все равно плохой микрофон. Еще у меня плохой телефон. И денег нет. Фио. Живухин. Блин, точно забыл. Да, сейчас я напишу точно. Здорово, Ростов. Вот, короче, у меня плохой телефон, и у него плохая видеокамера, и еще очень-очень плохой микрофон. И поэтому вы давно не переводили мне денег на карту Сбера. Нищенствовать уже устал, ребят. Капельница покупал... Да что там говорить, их не я покупал, их Кристина покупала. Я вообще ничего не покупал. Я лежал и ждал медсестру. Вот. Медсестра, кстати, классная. Килограмм 140. Ну, добрая такая. Что? А? Ну, что, она подписана на мой инстаграм, что ли? Да ну. Она даже не знает, кто я. Не, она больше, чем Васип. Но она добрее, чем Васип. Вот. Пару уроков масса набора. Не, ну мне немножко другая масса нужна. Неплохо клизмить, ну, своя часть прямой. Ты очень остроумный, да. Привет, Марселиана. Привет, только я тебя не знаю. Людочка Кокляева. Я не знаю, кто это. Капаюсь, хочу, блядь, хочу быстрее восстанавливаться и выйти как можно в лучших кондициях. В натураху, ты какой, блядь, грязный извращенец. Хорошо, я хоть мастера забанил, чтобы всякую ерунду тут не писал. Не скажу, что капаю. Как знаю, Марселиана, бля, я тебя не знаю. Что за странная фигня? Почему девушки пишут мне, что я их знаю, когда я их не знаю? Как такое может быть? Похоже на бомжа? Так я и так бомжую, чувак. Денег нет. Номер карты Сбера находится у меня на главной страничке Перископа. Помоги мне собрать денег на станки. Вот. Я хоть это, сбрею бороду. Ну, а ты напиши, кто ты такая, что вот как-то так. Вот вы, как всегда, светулечка, бородач. Я не только бородач, я еще и прысач, сиськач и в носу волосач. Блять, не могу. Так, что там мы остановились? Вообще, я просто качу. Меня все хотят, даже тёлки. Блять. Когда, а вот когда мужики пишут, что за ужас, это становится немного напрягающим, да? Парентеральное питание, я думаю. Зачем же я так? Ты давай признавайся, кто ты такая. Может, у нас с тобой был секс, когда я был совсем молодой, и я просто его не помню. Но то, что у меня тогда была маленькая писька, это не считается. С тех пор она немного выросла. Честно. Посмотри в мои глаза, я не вру. Так, фу, перекачанный мужик, фуфайка. Чувак, у меня вторая рука под капельницей, я не могу тебя забанить. Поэтому сегодня у хейтеров и у долбоебов просто будет аншлаг. На хайгете даже писька растет. Покупайте у меня хайгет. У меня уютно всегда в трансе, потому что здесь очень много трансов. Приходи на пикничок. С удовольствием, да, дорогуша. Приду к тебе на пикничок. Блять, я бы показал вам, я очень сексуальный. Я знаю. Да, успокойся ты, ну что ты. Пойди к тому, кто не перекачан. Божечки мои, какие проблемы. Такая погода хорошая, иди под дождиком помочись. Я подчеркиваю, именно под дождиком помочись. Валера, как мозг, норм, сейчас все.
Да голова болит, но там, блядь, какая-то другая проблема. К неврологу направили. Из-за метахи диарея бывает, если вместо метахи крахмаляха. Покупай письку, покупай. Гормон, не гормон роста, гормон писькороста. Я живу в тропиках с пальмой, да. Бич поляна, скалам 15 минимум приливает в член, больше так, что бери. Я понимаю, что ты хочешь посмотреть фигуру, но мне никак не повернуть телефон, потому что во второй руке у меня, блядь, капельница. Ща, погоди. Ща. Делаю, ща. Вот так вот. О, смотри мою фигуру, бля. Что-нибудь видно, не? Вот это капельница. Это моя фигура. А фигура-то расплылась. Блядь, вы своими комментариями закрыли меня. Мужики о членах трансляции. Жанна, сестра моя, тебя, я тебя люблю. Привет, блядь. Кто с кем, блядь, о чем? Залитой человек. К массажисту спортивному нет, не хожу. Это не фигура, это жир. Ну да, да, да. Главное, чтобы у тебя не жир, пассажир. У тебя тоже, наверное, жир кубами. Ой, блядь, не могу. Завистливые ублюдки. Что показал, что с тобой? Ты, Валера. Да хватит уже, подождите вы. Ой, сейчас я телефон вверх направлю, у меня затекла рука. Ой, блядь. Ой, ёпта. Больно такая. Сука, немело все нахуй. Что-то я еще не гипанул пока. Что-то скоро я, наверное, гипану и все пиздец. Вы слышите меня? Я собираюсь в ближайшие пару... Ну ладно, в ближайшие 15 минут собираюсь гипануть. Так вот, вы как увидите, что я гипанул, ребят, вызывайте скорую. Долго оно капать будет. Долго. У меня тут, блядь, на 2 часа. Блядь, да чтоб тебя нахуй. Не могу сниматься. Не могу. Мне не снятся. У меня рука не белая, не могу. Больно. Кошмарим старого, пусть кортизолит. Мамка твоя старая, я не буду кортизолить. Для мэнс физика должно хватить массы, да. Ну что ж ты игноришь-то в ВК? Да я ж не знаю, кто ты. А что с Прыгуновым? Пиздеть-то все гораздо, а денег на лечение отправить никто. Паскуды. У меня что-то лоб заморщинился, ребята, очень сильно. Наверное, Кая. Это все из-за вас. Сейчас я буду вас держать в руке, который капаюсь, прикиньте. Вот это будет поворот. Вот так вот. Оп. 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 О, бля. Весело у меня, да. Мне очень далеко до телефона, я нихуя не вижу, что вы пишете. А ты витамины капаешь? Капаю. Положи телефон на пузо. Я тот самый Валера, да. Старый слепой кто? Качок, да. Что за цыган жирный? Приходи в мой табор, блядь. Будем танцы танцевать, сука. А, ой, какие-то волосы, блядь. Что за... А, это у меня слабка. Что дальше-то? Чё молчите, серуны? Гомосеки среди бодибилдеров частое явление? Да, вот я, например. И Васип тоже, но он не бодибилдер, но тоже гомосек. Да я же не видел твой привет, пассат. Привет, конечно. Я натурал по фармакологии, а по ориентации гомосек. Я бы хотел стать моим спонсором перед тем, как я выиграю Арнольд Классик. Ну так становись им скорее. Что попить, чтоб борода прошла, сделай себе эту хуйню. Мне Кристина делала, как называется эта хуйня? Дарсонваль, сделай себе.
Это когда электрическим током, блядь, тебе это проходится по всему. Вот, короче, от него, говорят, волосы растут. Мой тренер по-прежнему я и Вишневский. Минок сидел. Валера, что делать, если борода не растет? Блять, я даже не знаю, расстроиться и переживать, плакать. Картавый, на кого сегодня вздрачнешь? Я не знаю, к кому ты обращаешься, мой маленький друг, но я не картавый. Вы когда пытаетесь оскорбление подобрать, вы смотрите, чтоб я вас-то не заливаю капельницу. Нет денег на массажиста. У тебя с бородой все норм. Бля, с кем ты разговариваешь, я хуй знает. Салам, салам. Это моя лучшая форма. Thank you very much. Почему Фурик распивали в аптеке? Я не знаю, ребят, что вы распивали в аптеке. Чё-то, ребят, у меня рука холодная, это нормально? Я, конечно, да, я еврей. В Израиль очень хочу. Давайте так. Давайте разговаривать вот так. Не очень форма у твоей сестры, а у меня форма заебись. Мой любимый бодибилдер Валерий Живухин. На все времена, forever вообще. Конечно, ничего не наберу. Конечно, задыхаюсь, сука, блядь. Я вешу нахуй столько, сколько должен весить человек ростом в 2 раза выше меня. Блядь, чувак, у меня к тебе предложение, иди нахуй. Вот так, пока, уже пошел. Ребят, отъебитесь, я все равно не скажу вам, что я вливаю, как я вливаю, зачем я вливаю. Я могу только подтрольнуть. За бесплатную информацию я не даю, вы же знаете. Ковер огонь, да, и персидский, я уже 1 000 000 раз говорил, не завидуйте. Можете прийти попылесосить. Я оскорбляю, потому что не понимаю, где у вас троллирование, где не троллирование. Вы предупреждаете, говорите, Валера, я сейчас буду тебя троллировать, и я не буду вас оскорблять. Видите, какая у меня жирная нога? У вас тоже жир делится так? Пятьсот миллилитров тестостерона. О, Господи. Да, жир сечется, что надо. Пойди отдохни. У меня высшее образование. Нет, конечно. Зачем мне высшее образование? Не, ну ты классно закрыла зеркало, что теперь видна только, блядь, моя нога. Так, чтобы была видна моя голова. Ну, конечно. Про синтол в капельнице нет, не было, ты первый, очень оригинально. Вы доминантный бабуин. Да, я доминантный бабуин. Я доминирую среди других бабуинов. Че ты ржешь там, блядь? Соткнись! Пошла нахер, блядь. Я только увидел, что под системой. Валера, вы на сколько дней обычно это закупаете? Да на 1, на 2. У которого писька не стоит. Не смешно, ребят. Я бы в этом месте плакать уже начал. В Новую Арену я хожу работать уборщиком, ребят.
Кстати, заебись, платят, и там еще требуются уборщики. Можем по ночам делать вместе там уборку и еще это качаться будем вместе. Я вас еще подтренирую там. А чё, Пьюр? Я, блядь, как же я устал лежать под капельницей. Ёб твою мать. Подождите, дайте отдышаться. Обязательно передам, в натурах хорошо. Состояние мое хуевое. Это если быть откровенным. А если пиздеть, все хорошо, все хорошо. На еду уходит очень много денег, особенно если учесть, что жру не я. Плохо слышно. Это меня радует, а то бы вы услышали не то, что нужно. Одна радость – это пальма сзади меня. Или как это называется? Блять. Куда писать насчет консультации? В личку ВКонтакте пиши, но только, блядь, я уже это, как говорится, заебался в пустоту людям прайсы рассылать, потому что очень много долбоебов, которые думают, что все равно все будет бесплатно. Я уже понял, что ты не из них, но просто сказал. Я красивый, спасибо, а вы кто? Вам нравится мой лоб с морщинами? Блин, даже мне он не нравится. Массажист или мануальщик? Да хуй его знает, может и поможет, я не знаю. Я в школе был самый маленький задрот, меня все пиздили, ненавидели. Девушки обижали. Я плакал каждый день и был двоечник. И поэтому взял и пошел качаться. И уже через 3 дня я стал здоровый, и меня сразу все стали уважать. Что тебе надо, блядь? Не, у меня нет. Какая девушка? Давайте, если есть красивые, конечно, пишите. Не слушай никого, Кейт Мармеладова. Если у тебя большие сиськи и красивая задница... У тебя большие сиськи, красивая задница, то, конечно, приходи. Да я серьезно. Че вы? Я исключительно же... Мне просто тут крайний раз как-то в трансляции девчонки еды обещали. В старом интервью с Прокофьевым голос как Ронни Колмана, я не знаю. Ты думаешь, это знак? Блять, было бы здорово, кони бы только не двинут. Ебать, что-то тут кровь. Ты зачем отвечаешь, парни? Парня найти не можешь, приходи ко мне. Но есть несколько условий. Ты должна уметь делать массаж, хорошо. Ты должна делать миньет, хорошо. Это тоже очень важно, кстати. Ты должна очень вкусно уметь готовить. Не ебать мозги, это самое главное. Таких я еще не встречал. Вот. Сиськи. Сиськи не главное, но жопа должна быть красивая. Ну, хотя, если будут сиськи, это приятный бонус. Вот. Я... А что про меня? 173 сантиметра. 6 сантиметров там. 8, когда встанет. Встает редко, поэтому, скорее всего, ориентируйся на 6. Вот. Да, в принципе, и все. Много ем. Мало сплю. Часто какаю, иногда пукаю. Ну, что иногда, всегда пукаю. Вот. Ну, в общем-то, это в двух словах обо мне. Денег зарабатываю, но не даю, забираю все себе, блядь. Деньги забираю себе. Блядь, тут уборщица смеется, не могу, ходит какая-то. Вот. Мечта не мужчина, правда? Блять, мы нашли друг друга. Срочно пиши мне в личку ВКонтакте. Я искал тебя всю свою жизнь. Но, похоже, так и не нашел. Ой, мне кажется, плохо. Кажется, меня гипо начинает догонять, ребят. Сунь хунь в чай, блять. Не, пока не надо. Фу. Да я ебанул инсулина тут просто немножко
Лежу вот с вами и гипо жду. На вырост тоже хорошо, в натураху. Потому что женщины имеют такую тенденцию стареть. Вот. Молодая и горячая, блядь, это заебись. Слушай, вообще мне нравится, прям уже интересно. Вот. И когда они стареют, то всегда, всегда... Ну, что, в общем, короче, пиши в личку. Не, в натураху, это мой перископ, я забираю эту девушку. И не иди в темный туннель или к свету, стой на месте. Блять, сука. Блин, не могу. Блять, пацаны, мне еще сегодня столько ездить надо. Я вот сейчас прокапаюсь и поеду. А вы-то уже дома все сидите. А я нет. А мне надо деньги зарабатывать, чтобы тратить их потом на себя. А чё мне погода? Деньги не зависят от погоды, мои дорогушки. А то на что я куплю станки для бритья? Так и буду вечно бомжом. Не хочу быть бомжом. Хочу быть красивым. С брендом все в порядке, только сегодня разговаривал, скоро все расскажу. Подождите секундочку, чтобы столько. Добрый вечер. Спину нет, не брил. Да, я бомж. Да, я редко бреюсь. Да, I am very sexy. Машинкой ебашь бороду. Чувак, я тебя удивлю, но я так и делаю. Какое сейчас время у меня? Я сам не знаю. Какой Леврон место займет? Он уже свое занял в Зале Славы. Я думаю, этого достаточно. Спасибо большое, Константин. Старый, ну что я тут петушусь? Да, блядь, натуре уже. В мои-то годы пора бы уже сидеть тихонько на заваленке, да не крякать, да? Правда, что ГР Соло мясо не вырастет. Правда. Я нужен подработку. Нет, я сам их неплохо продаю. Если честно. Я еще тот барыга. Все для пацанов. Ну, это если что. Умею, конечно, танцую. Вообще охуеть просто. Подождите, надо руку поменять. И твою мать. Блять, по-моему, надо скорость ускорять. А то я так буду еще, блять, очень долго капаться. Подождите-ка, ребята, я ускорюсь. Ах ты ж, блядь. А, ну понятно. Я ускорился. На чем мы остановились? Не-не, там просто очень медленно капалось, я не скорострелю. После чего я жестко пержу. Да, давайте обсудим это вместе все, после чего я жестко пержу. Это, конечно, да, ты, чувак, жгешь, просто жгешь. Спасибо. Дилда Билдер — это мое второе имя. Мажором стал. Купил персидский ковер просто. Купи такой же ковер, как у меня, и ты тоже будешь мажором. Это несложно. Прям раз и готово. Спасибо, Константин. Я надеюсь, что все так и есть. У меня нет, у меня не было женщин, у меня только мужчины, я гомосек. Ну,
Тураху, я бы с удовольствием замутил себе косу на затылке, но мне ее не замутить ни на затылке, ни на макушке, потому что у меня ни там не растут волосы. На яйцах растут, но я думаю, там не нужна коса. На жопе тоже растут, на бороде тоже растут, в подмышках тоже растут. Ты это самое, давай, ну чё, на чистоту, так на чистоту, почему же нет? Давай, конечно. Со всех мест по косе. Хей, хей. Да-да-да. На грязноту. Ты имеешь в виду то самое, о чем я сейчас думаю? А в капельнице стероиды. Ну, а как ты сам думаешь, я это самое или нет самое? Да, я использую синтол. Да, ты меня расколол, черт побери. Машина АК очень нравится, отличная машина. Я вообще за российский автопром. А стероиды? Сам запутался, сука. Борщ. Борщ, блядь, да, давно не ел борщ. Я Синту 6, да. Да, я мастер по введению, я знаю. Ладно, пацаны, короче, мне неудобно с вами разговаривать, потому что я лежу с капельницей. Купи говно и езди на говне. Не продал бы я за него 60 тысяч евро отдал. Ты что, охренел? Ввел возбуждение, да. Короче, я еще приду к вам, пацаны, но не сегодня, скорее всего. Потому что сегодня у меня нет времени. Я сейчас прокапываюсь и уеду. Ну вот. Очень много дел надо сегодня сделать. Вы уж извините. Я так вам заглянул ненадолго. Хорошо, я прослежу за супом из капельницы. Вот, все, пока-пока. Ну, это как она?